сказал, что чаще всего эти теории спиритиста не заходят через один отдел или область. И много людей данного considerа как им домини спиритуалса, при интермедиу предичи. И много людей считают, что это через духовные проповеди. Наверное, за что не есть так. Но я хочу вам сказать, что это не так. При домини медикал, патрон мут май ушор между окуванами, деки при домини спиритуалса, предичи. Через медицину заходит намного быстрее, чем через проповеди. Зачем мы не будем плачать до сепиря салгум кунаште, аспекты беспремедицина, мистика, отышки не интернет. Мы будем узнавать про мистическую медицину, когда мы встречаемся в поле с этими учениями. Умся, ну, практика медицина, мистика. Как нам не практиковать мистическую медицину? И как помочь людям, чтобы они поняли это? Но сегодня Ольга уже будет делиться, что есть истинная медицина. Я раз то есть Олеся в импортащику ройте зямна дебарата медицина. Да, pentru a înțelege un fals, trebuie mai întâi să înțelegem ce este un original. Для того, чтобы понять, что есть ложь, нам надо знать истину или оригинал. Anul trecut, când eram în centru din Bulgaria, в прошлом году, когда мы были в санатории в Болгарии, printre toți pacienți era un grup de 6 femei. Между всех пациентов была группа из 6 людей. Era 6 femei foarte optimiste. Care были очень оптимистичны. Erau prietene. Все они были подружками. Și aveau ceva în comun. И у них было что-то общее. Toate au avut cancer. У всех у них был рак. Toate practicau un stil de viață sănătos. Все практиковали здоровый образ жизни. Și toate se ocupau cu meditația. И все из них медитировали или занимались медитацией. Но вы знаете, почему они выбрали отдыхать в адвентистском центре? Потому что они сказали, что мы очень похожи. Мы питаемся здоровой пищей. Но я беру режим. У нас есть режим. Но не курганатим. Мы отдыхаем вовремя. Noi facem multă mișcare fizică. Очень много занимаемся физической активностью. Bem multă apă. Много воды пьем. Ne asemănăm atât de mult. И мы так похожи. Și noi ne simțim foarte bine la voi. Поэтому нам приятно быть среди вас. Poate ne asemănăm, da. Да, мы похожи, но... Noi nu ne ocupăm cu acea medicină la care ele s-au așteptat. Но мы не занимаемся той медициной, которую они ожидали увидеть. Oamenii uneori ne încurcă cu naturopații sau cu vracii. Da, очень часто люди путают нас или наших медиков-миссионеров с натуропатами или с врачами, или не врачами, а врачевателями, да, скажем. Care se ocupă tot cu remedii simple, cu ierburi. Да, натуропаты, я хочу вам сказать, это те, которые тоже учат простые средства лечения. Но есть разница. Medicina lui Dumnezeu este superioară și deosebită. Но медицина Бога, я хочу вам сказать, она очень особенная и она выше всех медицин. Ce le mai lipseau acestor femei? Что этим женщинам не хватало? Avem nevoie de o cunoaștere a lui Dumnezeu. Да, а они не познавали или не знали Бога. Autorul și creatorul nostru. Который является создателем. Нашим создателем, который создал этот организм по точных законам. Нам казалось, что очень сложно достичь их сердец. Потому что в каждый день они что делали? Медитировали. Да, одна из этих женщин была руководителем, она инициировала их. Но после 10 дней, после этой приятной атмосферы в санатории, după ce au ascultat seminarul de sănătate și calea de vindecare a lui Dumnezeu. После того, как они услышали семинары, а также как Господь лечит или путь исцеления.
Și când la sfârșit am discutat cu fiecare dintre ele la consultație. И когда Оля как врач проконсультировала каждый из них в конце. Fiecare dintre ele a spus. Каждая из них сказала. Vreau să merg acasă să studiez Scriptura. И хочу вернуться домой, чтобы изучать Священное Писание. Și vreau să-L cunosc pe Iisus. Для того, чтобы познать Иисуса. Потому что Он является врачом. Care este calea lui Dumnezeu de vindecare? В чем заключается этот Божий путь исцеления? Sănătatea noastră depinde de câțiva factori. Наше здоровье зависит от нескольких факторов. Primul este ceea ce punem în corpul nostru. Первое, оно зависит от того, что мы вкладываем в наш организм. Țineți minte ce se va transforma ceea ce punem în stomac. Вы помните, во что превратится то, что мы вкладываем в наш желудок? Сынче. Спасибо, в кровь. Iar viața este unde? А жизнь где находится? Сынче. В крови. Cel de-al doilea lucru. А следующее, что очень важно. Sănătatea noastră depinde de ceea ce facem cu trupurile noastre. Что наше здоровье также зависит от того, что мы делаем с нашим здоровьем, с нашим телом. Este suficient să avem un sânge de calitate? Хватает ли иметь только качественную кровь? Ce trebuie să se întâmple cu acest sânge? Что еще должно происходить с этой кровью? Trebuie să circule, să ajungă până la fiecare celulă. Да, она должна свободно двигаться, чтобы достичь каждой клетки. Ce trebuie să facem pentru asta? И что необходимо для этого? Trebuie să facem mișcare. Да, двигаться. Și sănătatea noastră depinde încă de ceva. Но также наше здоровье еще от одного фактора зависит. Attitudinea. Это наше отношение. Despre viață. Жизнь. Contează asta pentru a fi sănătoși? Это важно для того, чтобы быть здоровыми. Ați auzit că există alimente care alcalinizează și care acidific sângele? Может быть, вы слышали о том, что есть такие продукты, которые делают наше тело щелочной или кислотной средой? Да? Care este pH-ul sângelui nostru? Да, какой pH нашей крови? Ну, dacă ar fi 5 și 5, nu am mai крови. Если был бы 5 и 5, мы бы не жили. 7. 7. Виргула. Точка. Сколько дней в году? 365. 365. Да, значит 7.365. Orice lucru care tinde să-l acidifice, să-l facă mai jos, mai mic. Все, что будет делать этот pH ниже, va fi dăunător pentru că într-un mediu acid se dezvoltă bolile mult mai repede. Будет вредным, потому что в такой кислотной среде развивается болезнь очень быстро. Are în corp sunt multe mecanisme de compensare ca să țină acest pH în limită. Поэтому в организме есть много компенсаторных механизмов, которые поддерживают эту норму. Deci orice produs care tinde să acidifice este dăunător. И мы поэтому говорим, что каждый продукт, который имеет высокую кислотность, он будет разрушать организм, вредить. Но вы знали, что негативные эмоции, недовольство, эгоизм, непрощение имеют такое же последствие и окисляют организм. Mai mult decât atât. Romieta. Emoțiile negative contractă vasele de sânge. Negativne emoții sujaet nașe sasude, кровяные сосуды. Și atunci sângele nu mai poate circula perfect pe orice parte a corpului. И таким образом кровь не может течь свободно везде. Deci care sunt cele trei lucruri de care depinde sănătatea? Поэтому какие есть три фактора, от которых зависит здоровье? Ce punem în corp? А что мы вкладываем в наш организм? Ce facem cu corpul nostru? Что мы делаем с нашим организмом? Și de atitudinea noastră vis-a-vis de viață. И третье, наше отношение к жизни. Vă rog să priviți la ecran și să spuneți ce este acesta. Что вы видите на экране? Toată lumea cunoaște zi de smerit. Спасибо. Все знают, это китайская стена. Это уника конструкция умана, văzută din космос. Да, это что-то уникальное, что можно увидеть даже из космоса. Acest zid?
Эта стена была построена для чего? Каса апеля. Да, чтобы защитить себя. Атунч, когда интрузит, апар спортур. Но тогда, когда появляются какие-то разрушения в этих стенах, я думаю, есть сигур. То эта стена уже не безопасна. Сунцентаря узидур натуральный. Есть страны, которые имеют природные такие стены. Аунс. У них есть горы. Азия в море. У других стран они имеют море вокруг. На журнал автор конструкции требуя покупки зигурия. Вокруг старых городов надо было строить такие стены. Пенту каса протежеть. Для того, чтобы защищать. Ну и Республика Молдова, Афем Гардуй. Да, в нашей стране мы имеем заборы. Ну, в этой цели путем соведем гардуль оказы. Да, мы можем сказать вам, что не во всех странах можно увидеть забор. А ну и гардуль лесом сегодня в мать. Да, в нашей стране очень большие заборы строят. Ведь и не нужно в каре майнам гарта построить. Потому что соседи не знают, кто выше построит стену. Высокоэтажные дома и заборы. Тот запием надо. Надо ли чему, если не будет для шази будет? В других регионах есть необходимость в таких стенах. Зидурили сун покута каса ап. Да, эти стены для того, чтобы нас защищать. Тема дина часто дополняется с вами зидурили. И поэтому мы назвали эту тему стены. Что есть это? Скажите мне, пожалуйста, что это такое? Если вы сидите в палате. Да, это дорожный знак. Который ограничивает скорость или не превышение скорости, что написано там. А что преследует этот знак? Для того, чтобы защитить. Да, понравилась эта иллюстрация, которая говорит о том, что мы ставим своих детей в таких ограничений, да? Для того, чтобы их защитить. Era o regulă de circulație. Там мы смотрели знак дорожных путей. Aici sunt adele. Но тут мы видим другой знак, закон. Este atât de neplăcut atunci când punem mâna pe ceva fierbinte. Да, неприятно трогать что-то горячее. Dar imaginați-vă că nu am simțit acest lucru. А представьте себе, что у нас нет этих чувств. Sunt oameni care nu simt. Есть такие люди, которые не чувствуют. Но тогда, когда будет пахнуть сгоревшим, то они поймут, что что-то произошло. Ну, не кометем сапача масла. Да, у нас нет храбрости для того, чтобы делать такую ошибку. Потому что если мы попробуем это сделать, да, есть другой закон, который называется законом гравитации. Все эти законы природы, законы физики, для того, чтобы защитить нас. Сколько из нас летало? А вы пробовали войти в кабину пилота? Нет. Как пилот управляет самолет? Он же не видит дорогу. И нету таких дорожных знаков. Но у него есть такая панель или такой борт. И тут очень много приборов. Представьте себе, что пилот решает, что ему не нравится, что показывает один из приборов. И он решит, что я не буду слушаться этого прибора, я буду делать что-то другое. Как вы бы себя чувствовали в этом самолете? Да, мы бы не имели никакой безопасности летать в таком самолете. Мы бы хотели, чтобы пилот соблюдал все, что на этих приборах. Чтобы быть в безопасности. Господь защищает нас. Это один
зидурile pe care el le pune în jurul nostru. Вот одна из стен, которую он ставит вокруг нас. Да, давайте мы прочитаем. Да, Псалом 33:8. На румынском будет 34:9, да? Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Каждый день Господь отправляет ангела. И приятно быть в такой атмосфере, где могут быть и ангелы. În cartea 2 Împărați 6:15. В 4 Царств 6 главе 15 стих. Avem o istorie. Есть одна история. Haideți să ne o reamintim. Давайте вспомним эту историю. Отру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: «Господин мой, что нам делать?» И сказал он: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И что он увидел? И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. Дети, скажите, что увидел этот слуга? Он видел много ангелов, которые защищали их. Сегодня наша дочка сказала: «Ați imaginați, mama, dacă Dumnezeu ne-ar deschide ochii să vedem îngerii Lui?» Ты представляешь себе, мама, если бы Господь открыл бы нам глаза, чтобы мы видели ангела? Și dacă Dumnezeu ne-ar face să vedem de câte ori prin alegerile noastre, prin ceea ce privim, prin ceea ce ascultăm, noi îi alungăm pe acești îngeri. И если мы бы увидели бы это, мы бы, наверное, заметили, как часто мы делаем, чтобы этих ангелов разочаровали или... Или наоборот. И она говорит, что, наверное, мы бы не смотрели никогда на плохих вещей. И не слушали бы то, что не хорошо слушали. Вспоминайте случай Иова. В первой главе 6 стих написано: «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа, пришел между ними и сатана. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, непорочный, справедливый, богобоязненный и... Отдаляющийся от зла». Спасибо. И в 10 стихе в этой беседе что-то появляется. Дьявол хотел ему сделать плохо. Но не мог. Почему? Потому что Господь построил стену вокруг этого человека. Что спунем версету 10? Что говорит 10 стих? Не ты ли кругом оградил его и дом его, да? Его и дом его, и все, что у него. И тогда Господь что сказал? Хорошо, ты иди. Все, что у него в руке твоей. Да. Но его... Не будешь прикасаться. К нему не будешь прикасаться. И как стрела он пришел на землю, разрушить все, что у него было. Но Иов остался верным Богом. А что произошло дальше? Второй главе 6 стих говорит: «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». В жизни Иова произошло только то, что допустил Господь. В книге «Служение исцеления» есть одна цитата.
что все, что происходит в нашей жизни, это первое, мы должны понять, что это допущено Богом. И это хорошо. Потому что Господь контролирует все. Но есть еще вещи, которые защищают нас. Это Божие обетование. И может быть не один раз вы пытались молиться и использовать такие обетования. А нам нравится проводить время в природе утром, рано. Но часто можно встречаться вот с такой опасностью. Да, и чаще всего это собака. И так один из наших друзей проснулся утром и пошел молиться. И тогда, когда шел на пути, он встретился с собакой. Не простой собакой. Не дворняжкой, да? А какая-то, какой-то раса собаки. Да, Ротфеллер. Что делать в такой ситуации? Молиться с ним. Сей трансформ мойки именно на башне. Да. В такой ситуации стресса есть только две вещи, которые мы выбираем. Бежать или бороться. Быстрее бежать, чем эта собака, наверное, не получится. А бороться тоже мало шансов. Надо найти еще одно решение. И он вспомнил тогда обетование из Священного Писания. Он протянул руку. И он сказал из Исхода 11 главы 7 стих что? Кынели египтян ну сева напусти асупра у Израиля. Да, что египетский пес не пошевелит да, языком своим на израильтян. И знаете, что произошло? Эта собака просто остановилась. И он не двигался. И этот человек вернулся и пошел своим путем. Вокруг каждого из нас Господь хочет поставить какую-то защиту. Поэтому Господь дал нам моральный закон, эти 10 заповедей. Это те ограничения, которые защищают нас. Также Господь нам дал нам природные законы или законы здоровья. Care este semnul între legea morală și cea fizică? Какой знак вы можете ставить между моральным законом и физическим законом? Принципите la математику не mai mare, mai mic sau egal. Обычно мы в математике используем три знака, да? Больше, меньше или равно? Egal. Эквивалент. Больше, да? La care legea mai mare? Кому больше? La care legea? Какому? Yes. Весь закон, да? Какой? Я аж не пусту, да. Природные законы и моральные законы равны. Потому что они имеют одного издателя. Да, и мы понимаем, что так как работает мотор машины или часы, они работают по определенным законам. И там же работает и наше тело. Естественно, есть еще другие законы. Да, как мы говорили, законы природы. Законы, которые в стране, даже если они несовершенны, они тоже помогают. И тогда, когда мы проявляем послушание, то они являются сильной барьерой для нашей защиты.
Să citim împreună Eclesiastul, capitolul 10, cu versetul 8. Haideam, prăciteam, 10-a главе книги Eclesiastul, 8-й стих. Cine are Biblia în română, vă rog să citiți. Da, кто имеет румынскую Библию, может прочитать. Eclesiastul 10, 8. Eclesiastul 10-a глава, 8-й стих. Când se tocește pierul, 10 cu 8. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și cine surpă un zid, va fi mușcat de un șarpe. Cine surpă un zid, то разрушает ограду, va fi mușcat de cine? Того ужалит кто? Змей. Va fi mușcat de șarpe. На того ужалит змей. Cine este șarpele? А кто это змея? Noi știm cine așteaptă ca să avem scurturi în ziduri. Мы знаем, кто ожидает, чтобы наши стены рухнули. Faptul este cel care ne provoacă să avem aceste scurturi. И он провоцирует эти разрушения. Pentru că el știe că în acel moment el poate să ne muște. Потому что он после этого понимает, что может и атаковать. De aceea Dumnezeu a dat instrucțiuni exacte poporului său. Для этого Господь дал конкретные наставления народу. În ce capitol din Exod sunt scris cele 10 porunci? Да, в какой главе записаны все заповеди Божии? Да, 20-й. Я спрос тебя в капитул 15. Но перед этим в 15 главе Господь сказал что-то. 15-26. Да, 26 стих. Cine știe acest verset pe birou? Кто из вас может быть помнит этот стих? Сонатата. Haideți să-l deschidem atunci. Давайте мы откроем этот стих. Trebuie să citim doar în română și ceilalți în urmărească în rusă. Да, мы можем прочитать его на румынском языке. И другие может. Dacă vei asculta cu luare aminte la glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci eu sunt Domnul care te vindecă. Mulțumesc! Aici avem două făgăduințe. Тут у нас есть две обетования. Dacă vom fi ascultători, если мы будем слушаться, Dumnezeu, da, și vom păzi, Dumnezeu ne va, deci noi nu ne vom îmbolnăvi, то мы не будем болеть. Și chiar dacă ne-am îmbolnăvit, но даже если мы заболеем, El este Cel care ne va vindeca. То Он есть Тот, который будет исцелять Pentru нас. Că El este medicul nostru. Потому что Он является нашим врачом. Dar poate nu se gândesc ce am eu cu bolile egiptenilor, trăim în alt secol. Но некоторые могут размышлять и говорить, а что общее у нас с египетскими болезнями? Bine că au rămas мумии. Да, хорошо, что у нас остались хотя бы мумии. În cadrul unui proiect, в одном из проектов, au fost făcute cercetări asupra acestor mumii ca să vadă care erau bolile din acel timp. Сделали исследования на таких мумий для того, чтобы узнать, какие болезни встречались среди египтян того времени. Cred că unii dintre voi știu ce au descoperit. Da, и, наверное, вы знаете, что открыли врачи. Ei aveau boli cardiovasculare. Да, у них были сердечные заболевания. Диабет. Да, встречался диабет. Cancere. Да, рак. Боль по трансмиссии сексуала. И разные болезни, которые передаются половым через половые органы. Обезитате. Ожирение. Карие дентарии. Проблемы с зубами или карием. Вы сами понимаете, что это боль? Вам знакомы эти болезни? Это те учения, которые мы встречаем в день сегодня. Это практически то, с чем мы встречаемся сегодня. Și Dumnezeu ne-a dat o făgăduință în Exod 15:26. Поэтому Господь дал нам такое обетование в Исходе 15 главе 26 стих. Acesta este unul din criteriile prin care putem să cunoaștem metoda lui de vindecare. Таким образом мы можем понять принцип, который действует в методе лечения Бога. Este ascultarea de legea lui Dumnezeu. Это послушание Его заповедей. Citiți capitolul 83 din Hristos Lumina Lumii. А если вы прочитаете 83 главу из книги «Желание веков».
Acolo, capitolul se numește Trimițindu-i ucenici. Săduceți-vă și propovăduiți. Deci este vorba despre ucenicii lui Iisus. Da, Hristos găsește своим ученикам ту главу. Și arată cum au lucrat ucenicii și cum noi trebuie să lucrăm. И там описана модель, по которой работали ученики и как мы должны работать. Și scrie că Iisus folosea momentele de vindecare pentru a-i readuce pe oameni în ascultare față de lege. И написано, что Иисус Христос использовал эти исцеления для того, чтобы научить людей повиновению закону. Pentru că noi nu ne dorim o ușurare de moment. Потому что мы желаем не только просто облегчить свою боль за мгновение, за короткий период. Бурбат, центру, я вспомнил один случай, когда один мужчина приехал в санаторий. И интересно, что есть лавой здесь так деосебит față de alte centre? А что у вас тут особенное, что отличается от других санаторий? Pentru că el a fost la multe centri din Iași, din țară. Да, он посетил много таких санаторий в своей стране. Dar niciodată la un centru adventist. Но он никогда не был в какой-то адвентистский санаторий. Și я спросил, вы ведь где? И мы сказали ему, посмотрите, уже увидите. Știți, a fost cel mai de preț? Знаете, что для него было самое драгоценное? Процесс educativ. Что там был воспитательный процесс. Că oamenii noi nu doar să aibă o ușurare de moment, dar cum să învețe să trăiască. Что он не пришел только для того, чтобы получить какой-то эффект или облегчение, а еще и научиться, как жить дальше. Pentru că data viitoare când va veni la noi, чтобы следующий раз, когда он придет, să nu mai aibă diabet. Чтобы у него не было диабета. А dacă vine și a doua, și a treia oară, și a patra oară, hipertensiune? Но если второй, третий, четвертый раз он приходит с давлением, с высоким давлением, то это ясно, что ему что-то сложно еще использовать или применять в своей жизни. Но поэтому он не приходит в санаторий, потому что он хочет сделать какие-то изменения. Care sunt acele legi după care lucrează corpul nostru? А по каким законам работает наше тело? Haideți să le repetăm. Давайте мы просто вспомним. Nutriția. Да, питание. Ceea ce punem în stomac. Что мы вкладываем в наш организм? Aș să povestesc o istorie. Хочу рассказать вам одну историю. Este istoria unui bărbat care s-a născut în anul 1483. Вот, этот человек родился в 1483 года. Și a murit în anul 1635. А умер он в 1635 году. Nu este nicio greșeală în cifre. Да, нет никакой ошибки в цифрах. Este Thomas Parr. Его звали Thomas Parr. Ultimul monar sau conducător al statului care el, pe timpul căruia a trăit, a fost Carol I. Charles I. Da. Он, последний царь, который видел его, был Charles I. Thomas Parr era un țăran. Thomas Parr был обычным сельским человеком, крестьянином. Da, lucra pământul. Он обрабатывал землю. În documentele istorice este înregistrată o căsătorie a lui. И в исторических документах зарегистрировано его бракосочетание. La vârsta de 80 de ani. В 80 лет. Se presupune că aceasta a fost prima căsătorie. И люди думают, что наверняка это было первое его первый брак. Deci până la 80 de ani a trăit fără stres. Поэтому он до 80 лет жил без стресса. Apoi este înregistrată o căsătorie la 120 de ani. Но после этого зарегистрирован второй брак его в 120 лет. Se bucura de viață. Да, он радовался жизни. Și nu era un bătrân în care nu poate să meargă și nu poate să vorbească. Да, у него не было таких проблем, что он не мог ходить или говорить. Era un bătrân energic, glumeț și care știa multe istorii din viață. Да, он был наоборот очень энергичным и любил очень рассказывать истории. Nu scrie despre copii. Да, не написано про детей. Хорошо. Да. Și Charles I a fost foarte impresionat de el. И когда Чарльз узнал про него, он просто удивился. Și ce credeți că a făcut? И что он решил сделать, как вы думаете? L-a invitat la palat. Пригласил его в царский двор. Spune, îți dau să trăiești, îți dau din masa mea, vino să fii cu мене. И он говорит, слушай, приходи ко мне, ты будешь тут жить, я буду тебя заботиться. Чарльз, Томас a vândut tot ce avea și s-a mutat la palat.
И он продал все и пришел в царский двор. И знаете, что произошло через двух недель? Тогда, когда он обедал, а обед был непростой, большой, он упал со стула и умер. Это была очень печальная ситуация для Чамса. И он попросил, чтобы врачи сделали ему аутопсию, узнать, почему он умер. И когда сделали вскрытие, они заметили что-то очень интересное, что его пищеварительная система была очень молодой. Но эта пищеварительная система была воспалена. И врачи сказали, что он не выдержал царской пищи. Потому что 150, почти 153 года он питался какой пищей? Простой пищей. Но за царским столом он обрадовался всему, что там было. Но это привело его к состоянию смерти. Следующее. Это упражнение или движение. Да, следующий принцип. Вода. А ты где смотри? Часто удивляюсь. Cum noi care trăim într-o țară unde apa este la câteva mâini depărtare, что у нас в такой стране, где воды есть, bem atât de puțin apă, что мы так мало воды пьем. În Africa este nevoie uneori de kilometri să facă ca să-și aducă apa. В Африке есть необходимость километров для того, чтобы добыть воду. Iar noi? А мы? Care este argumentul cel mai des folosit? Что нам чаще всего нравится говорить? Ну, не суть. Am uitat. Забыл. Am atât de lucru. Есть много работы. Am uitat. Да, много работы мы забыли. Vreau să vă dau o soluție ca să nu mă uitați să beți apă. Я хочу дать вам и решение, как можно делать так, чтобы не забывать. Беть апа. Просто пейте воду. 85% din creier este apă. 85% из нашего мозга это вода. Și dacă vom bea apă, если мы будем пить воду, nu vom uita că trebuie să bem. То мы не будем забывать, что надо пить воду. Am avut colegi. У нас были коллеги. Care își puneau ceasul să sune. Которые ставили свои часы, чтобы звенели. Ca să-și amintească că trebuie să bea apă. Напомнить себе, что надо пить воду. Да, putem să găsim multe soluții. Мы можем найти некоторых решений. Următorul principiu de sănătate este lumina soarelui. Следующее это солнечный свет. Știați că lumina soarelui previne apariția mai mult de 16 tipuri de cancer. Да, солнечный свет защищает нас от 16 видов рака. Mai mult decât atât. Кроме всего. Există o procedură care se folosește în tumori. Есть такая процедура, которая используется, когда у людей есть опухоли. Sunt băile de soare. Это солнечные ванны. Atunci când oamenii se află la soare dimineața de vreme sau seara, да, тогда, когда солнце еще не такое горячее, утром или вечером, то ультрафиолет помогает как раз в том, чтобы разрушать раковые клетки. Следующий принцип. Дисциплина, темперанца. Да. Самоконтроль. Что это значит? Какая есть дефиниция темперанции? Скажите, классическое определение, да? Воздержание. Это умеренное использование всего хорошего. И обтинение, тотал. И отказ, полный отказ. De la lucrurile dăunătoare. От вредных вещей. Și aici este problema majorităților pacienților care ajung să fie pacienți. Да, и поэтому мы можем сказать вам из опыта, что большинство пациентов fie folosesc prea mult din ce este bun,
Они обычно попадают или становятся пациентами, потому что они либо много употребляли из того, что хорошее, sau câte puțin din ce este dăunător. Или очень мало того, что может быть вредным для организма. Cât puțin. Очень мало. А ce face acest puțin? Ну что происходит от этого мало? Он открывает двери для того, чтобы больше проникнуть. Он открывает двери для того, чтобы больше проникнуть. Următорul principiu. Următорul principiu. Следующий. Este aerul curat. Это воздух, да, чистый воздух. Vreau să spun că nu este suficient să ne aflăm la aer curat. Da, не хватает только того, чтобы мы были на свежем воздухе. Так, видите, сам бежал, что не трябва să facă. Exact. Ne putem să ne aflăm la aer curat, dar să obținem minimum din asta. Да, мы можем быть на свежем воздухе, но получить минимально. Да. Почему? Pentru că nu respirăm corect. Потому что мы не дышим правильно. Care este respirația corectă? А как надо правильно дышать? Абдомен. Да, диафрагма или желудком. Потому что атомы плюмыни ножки съемут максимум оксиген. Потому что таким образом наши легкие будут получать максимальное количество. Да, но и будем дышать будто дуар, да, поговорим о позиции корректно. Но мы будем дышать нормально, если у нас будет правильная осанка. Стоим, жестко, мерджем, тогда, когда мы ходим или когда мы садимся, avem nevoie de o postură corectă. Мы должны иметь правильную осанку. De sabat, împreună cu copiii, сегодня на субботнюю школу вместе с детьми ne-am propus să ne luăm un angajament, то дети взяли себе обязанность, fiecare dintre ei, каждый из них, ca să dezvolte un obicei corect în viața lor. Чтобы развивать правильный принцип в своей жизни. Copiii sunt foarte sinceri. И дети очень искренне. Cineva dintre ei a spus, eu am pus scopul ca 3 săptămâni să nu spun nicio minciună. Кто-то сказал, я 3 недели не буду лгать. De ce? Почему? Только a spus că am des mint. Потому что он сказал, ну, бываешь часто, могу это делать. Cineva a spus, eu vreau să am o poziție corectă, o postură corectă. А кто-то сказал, я хочу, чтобы иметь кому и спину. De aceea și-a propus în fiecare zi câte 10 minute să meargă cu cărțile pe cap. Поэтому сказал, что я буду ходить с книгами на голове по 10 минут. А колокольчики au multe cărți. Да, у книгоноши есть много книг. Da, și pot să meargă câte 10 minute cu cartea pe cap. И вот так 10 минут ходить с книгами на голове. Și formăm un obicei de a ține spatele drept. И так мы будем развивать правильную осанку. Ca să respirăm aer curat din belșug. Чтобы дышать достаточным хорошим воздухом. Următorul principiu. Следующее. Este încredere. Это доверие. Și nu pur și simplu încredere. Не просто доверие. Pentru că vreau să spun că nu există oameni pe acest pământ care să nu creadă în nimic. Нету таких людей, чтобы они не верили во что-то. Câți dintre noi atunci când ne-am așezat pe scaun am verificat dacă ne ține sau nu? Сколько из вас проверяли, если выдержат эти стулья или нет? Проверяли, когда сели? Перед ним. Ne-am așezat cu credință, când ne-am ține. Нет, мы с уверенностью сели, потому что у нас вера, что они выдержат. Там вот конкретно те, когда компарат сюда. Exact. Fiecare om crede în ceva. Да, люди верят. Dar când vorbim despre principiul încrederii. Но когда мы говорим про этот принцип. Vorbim despre încrederea în Dumnezeu. То мы говорим о том, что веру или доверие в Бога. Nu pur și simplu într-o putere. Не просто в какую-то силу. În Dumnezeu. В Бог. Următorul principiu de sănătate. Следующий. Este sentimentul de fericire. Это ощущение удовлетворения или счастья. Și atât de des așteptăm că într-o zi vom fi fericiți. И мы часто ожидаем, что в один день мы будем счастливы. Păi când vor veni copiii și nepoții acasă, vom fi fericiți. Да, наверное, тогда, когда придут дети и внуки. Sau atunci când îmi voi termina casa, voi fi fericiți. Или тогда, когда я завершу свой дом, постройка своего дома, буду счастливы. Îmi amintesc un caz. Я вспоминаю один случай. Atunci când am trecut printr-o perioadă mai grea de viață. А тогда, когда прошла через определенный тяжелый период в своей жизни, и я думала, что вот хуже, чем это время, не существовало, не существует. И наш преподаватель из одного санатория из Америки,
Care ne-a învățat multe lucruri bine. Который научил нас многих хороших вещей. Este părintele medical al meu. Да, это мой отец медицинник, который научил. Дон Миллер. Это Дон Миллер. S-a uitat la mine și mi-a spus așa. Он посмотрел на меня и сказал. Dacă astăzi nu vei fi fericită. Если ты сегодня не будешь счастливой. Что дальше? Ничего дальше не будет. То ты никогда не будешь счастливым. Если у Алики. Потому что это выбор. Următорul principiu de sănătate este regularitatea. Следующий принцип это регулярность. Este bine să mâncăm sănătos. Очень хорошо, чтобы мы питались здоровой пищей. Este bine să dormim suficient. Очень хорошо, чтобы мы спали достаточно. Dar nu este suficient. Но этого недостаточно. Pentru că corpul se adaptează bine atunci când noi fiecare lucru îl facem la o oră exact. Потому что тело адаптируется очень хорошо к тем вещам, которые мы повторяем. Deci atunci când s-a organizat tabăra, să scrieți un program al zilei. Видите, как хорошо, что тогда, когда запланировалась эта программа, то там есть и организация дня, или распорядок дня. И не зря нам повторяется о том, чтобы мы были пунктуальными. А тогда, когда мы имеем программу зили, поле экзакты де мункаре, поле экзакты де кункаре, поле экзакты де скуларе. Тогда, когда у нас есть программа дня, чтобы мы ели вовремя, отдыхали вовремя, просыпались вовремя. Корпус нашего ремонта имеет резервы. То в нашем теле есть больше жизненной силы. Și putem să ne bucurăm de mai multă putere pentru ca să slujim pe Dumnezeu. И мы таким образом с большей силой будем служить Богу. Vreau să vă spun, are aici o remarcă. Но что-то хочу сказать. Dacă la culcare, la mâncare, noi fugim la timp foarte des. Но если тогда, когда надо спать или кушать, то мы бежим вовремя, чтобы успеть. La exercițiu fizic și la studiu ne e mai greu. То в упражнениях, а также в исследовании Священного Писания тяжелее. Este așa? Так или не так? Да, да. Mâine voi începe să fac exerciții. Завтра я начну делать упражнения. Mâine am să studiez mai mult. И завтра я буду изучать больше. Când trebuie să începem? Тогда лучше начинать. Azi. Сегодня. Și scrie despre exercițiu Sora White că când începem să facem aceasta, nu mai vrem să lăsăm atât de mulțumiți în timp de rezultatele pe care le obținem. Da, și тогда, когда мы начнем это делать на систематической основе, то мы не захотим это останавливать. Și cred că ați experimentat asta. И я думаю, что вы экспериментировали. Următорul principiu de sănătate. Следующий принцип здоровья. Ați observat că sunt mai multe decât 8. А вы заметили, что уже больше, чем 8? Pentru că atunci când studiem mai mult despre Duhul Profetic, mai găsim încă pe lângă cele 8. Потому что тогда, когда мы изучаем Дух Пророчества, мы кроме тех восьми находим и другие. Да, но она пишет про одежду. Да, она говорила, научите людей, как пить, как есть и как одеваться здорово. О умбракаминте грешита. И неправильная одежда. Va avea ca urmare o circulație proastă a sângelui. Это будет менять кровообращение в худшую сторону. Dacă o îmbrăcăminte lasă urmă pe corp. Если какая-то одежда очень стесняет, да, или... Ce se întâmplă acolo? То что там происходит? Nu mai circulă sângele cum se cade. Это значит, что кровообращение уже нехорошее. Dacă membrele nu sunt suficient acoperite. Если наши конечности не покрыты достаточно. Или свечи. Они будут холодными. Și aceasta înseamnă că aici e mai puțin sânge. Это значит, что тут будет меньше крови. Dar în organele interne mai mult. А в внутренних органах будет больше крови. Și trebuie să ne îmbrăcăm respectiv cu sezon. И естественно, мы должны одеваться по сезону. Да, да când e iarnă, trebuie să ne fie cald. Зимой мы должны сохранить тепло. Eu țin minte când eram mică și tot aveam tendință să mă îmbrac mai subțire, mai subțire. Да, когда я была маленькая, я не хотела одевать много вещей на себя зимой.
Și mama întotdeauna mergea ca, nu te uita la alții, tu trebuie să te îmbraci cald. Da, mama говорила, ты не смотри на других, ты главное, чтобы тебе было тепло. Hainele au o legătură strânsă cu sănătatea noastră. Da, одежда имеет очень тесную связь с нашим здоровьем. Așa să spun câteva cuvinte despre plante. Haide, я скажу вам еще несколько вещей о травах. Еще один принцип. Да, плантели путем соли мукам, собираем чай, сплачем катаплазмы. Мы травы можем есть, можем употреблять как чай или как компресс. Putem să le folosim în diferite fracturi. Da, dacă este определенные травмы или какие-то раны. Acesta este cazul unui bărbat care și-a rupt 7 oase. Это случай одного человека, который сломал себе ребра 7. Era foarte dureros. Это было очень болезненно. Știți ce a folosit? Знаете, что он использовал? Тетаняса. Акопник. Это акопник. Este foarte bun pentru sistemul osos. Это очень хороший для костной системы. Țineți minte când eram mici și cădeam. Вы помните, что мы делали тогда, когда раны какие-то получали? Зачем мы чем мои ты купил за две патлы? А что мы вначале сделали с этой с этим листом? Лифачанка с дея сук. Да, мы били их чуть-чуть для того, чтобы они пустили сок. Pentru că asta este un principiu al compresului. Da, это один из принципов, который мы используем в компрессе. Să fie umede. Чтобы они были влажными. Și peste... А, три. Da. Mai puțin de 3 luni, el deja s-a urcat pe vârful unui munte foarte înalt. Представьте себе с теми проблемами, которые у него было, за 3 месяца он смог подняться на фучи, на эту высокую гору. Și a făcut și o poză de acolo. И вот оттуда он сделал даже и фотографию. Aceasta este o rană de diabet. Тут вы видите рану диабета. Спецификул acestor rani este că ține foarte greu. Обычно они очень сложно закрываются. Или это ведет к ампутации ноги. Но тут я хочу сказать, пробовали разные травы. Я еще часто планта, которая есть парта скумпа, да. Называется Golden Seal. Да, да, тут использовали Golden Seal, очень дорогая трава, дорогой корень. Что результат чем обильнее? Но знаете, больше всего что помогло? Варза печатка. Помогло капуста вместе с луком. Oriunde am călătorit, nu a fost țară unde să nu fie varză și ceapă. Везде, где путешествовали, мы встречали капусту и лук. Este la îndemâna oricui. Это доступно всем. Iată ce s-a întâmplat cu această рана. И вот что произошло с этой раной. Următorul principiu de sănătate. Следующий. Este igiena. Это принцип гигиены. Игиена pe trupurile noastre. Нашего тела. Hainele noastre. Нашей одежды. În jurul nostru. Нашего дома или вокруг. Я дал он сфат симпл. И вот один совет. Дака тушим. Если мы кашляем. Ком где обычай тушим? То как мы кашляем, скажите? Ирбал. Да. Обычно рукой покрываем, да, или все. Чем пачем мы опой? А после это что делаем? Пача дома брали. Пача. Все пачем дали. Да, мы очень любезны. Счастливые. Да, защищайте себя, когда кашляете, просто кашляете в локоть. Да, принцип гигиены. Да, принцип гигиены. А когда ты по городу Израиля? Был дан и израильскому народу. И даже если они жили в природе, где не так быстро развиваются болезни, Бог был очень категоричным к этим законам. Чтобы не появлялись какие-то болезни. Еще один принцип здоровья. Чистая совесть. Ați întâlnit oameni care suferă ani de zile de simțul vinii? Вы встречали людей, которые борются или страдают по причине того, что они чувствуют себя виновными в чем-то? Чувство вины. Sau nu iartă? Или по той причине, что они не простили? Știu, uneori întreb, oamenii povestesc istoria vieții lor. Люди рассказывают иногда свою историю. Și întreb, da, l-a iertat sau a iertat-o?
И мы спрашиваем, а простилась ли или простила она? И спун да. И они говорят, да, я простил. Что любишь? А любишь ее? А и кум соебес, ты имагинешь, что меня хуй пуль? А как я могу любить? Ты представляешь себе, что сделал? А я так? Сейчас вопрос, простил или не простил? А кум, когда мы были в Сербии? Сейчас, когда мы были в Сербии. Era o femeie care avea hipertensiune. Была одна женщина, которая имела высокое давление. 200. Cât ar trebui să fie limita? Сколько должна быть максимальная норма? 120. Я имею 200. 120. Представьте себе, у нее было 200. Și am acționat rapid. Да, и нам надо было действовать очень быстро. Хотя бы 10-20 унитет максимум. И вы знаете, все процедуры, которые делали, могли снизить только на 10 единиц, максимум на 20. Шаша, здравствуйте, Вазили. И так несколько дней. Что скорее, это проблема ей? Вы знаете, в чем была ее проблема? Да, фиул ей, мой ник мулите. Ее младший, ее сын умер. Я плюнча, а мулит по... Он был мертв уже, как умер 10 лет назад. И я в каждый день плюнча. А она в каждый день плакала. Я не сердилась на нее. Она не простила себя. И какие процедуры требуется ей еще делать? Сейчас вопрос, а сколько процедур надо было еще делать? Скажите, пожалуйста. Она имела нужды в освобождении. Освободиться от чувства вины. И в те 10 дней произошло это изменение. И она просто была другим новым человеком. И ее давление изменилось. И она сказала, я начал другую жизнь. Еще один принцип здоровья. Куратия в диете. Чистота жизни. Куратия в релации, которые мы имеем. Чтобы мы имели чистых отношений между собой. Мы должны быть искренними. Релации в семье. Те отношения в семье. Многие пациенты говорят, я не хочу возвращаться домой. Relația care există în familie îi consumă. Потому что те отношения, которые есть в семье, это разрушает или истощает. Ce ați putea să recomandați unui astfel de om? Что мы можем порекомендовать такому пациенту? Ceea ce putem să schimbăm, trebuie să schimbăm. То, что мы можем менять, мы что? Мы должны менять. Ceea ce nu putem să schimbăm, ce trebuie să facem? Но то, что мы не можем менять, что мы должны делать? Să acceptăm. Должны это принять. Să schimbăm atitudinea față de acele lucruri. Или изменить наше отношение к этому. Pentru că mediul sau atmosfera în care trăim sau lucrăm în fiecare zi afectează sănătatea noastră. Потому что место, где мы живем, где мы работаем, оно влияет на наше здоровье. Următорul principiu. Следующий принцип. Este cel mai dulce principiu. Это самый сладкий принцип. Cum se numește? Как его зовут? Proverbe 3:24. Odihna. Да, это отдых. Și este bine să dormim suficient. Хорошо, чтобы мы спали достаточно. De la ce ori? От скольки до скольки? De la 9, cel târziu de la 10, dar o recomand de la 9. 10 e maximal de 10, o recomandăm de 10. În Bulgaria există un medic care are 85 de ani. Da, în Bulgaria este un braț, e 85 de ani. În fiecare zi el se culcă la ora 8. И в каждый день он вдыхается 8 часов. Не учинează. Он не ужинает. Се culcă la ora 8. И ложится 8. Cred că ne ajungem și noi la vârsta aia, tot așa vom face. Да, и если мы дойдем до этих лет, тоже так будет. Да, секрет только ажурс, понял, что ты хочешь остать мур. Но секрет в том, что он давно это делает в своей жизни. Как это будет, да, аж дурнейший мой мур.
Исайя 56:12. Хотите прочитать на финал этого версия? Да, в конце мы хотим прочитать два стиха. Исайя 58:12. Чуть изборовый, Роман. А если открыли на румынском, пожалуйста, прочитайте. Я прочту на русском. И будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temelile, vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și, și face țara cu putință de locuit. Mulțumesc! Ce ne cheamă Dumnezeu să facem? Что желает Господь, чтобы мы сделали? Să dregem spărturile. Чтобы мы восстанавливали эти развалины. Aici se scrie despre Saba. Тут написано про субботу. Ca să ajutăm pe oameni să înțeleagă adevărurile spirituale. Но чтобы помочь людям понять духовные истины. Am nevoie de o mână prin care să intrăm în ei. Но нам нужна одна рука, чтобы открыть эту дверь, для того, чтобы войти. O mână dreaptă. Да, это правая рука. Da, și știți care este mâna dreaptă. Да, и вы знаете, что, чем является этой правой рукой. Ce scrie în Ezechiel 22:30? Что написано в Ezechiel 22 главе, 30 стих? Каждый Дмитрий Мон, искал я у них человека, который поставил бы стену и стал предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Câți oameni caută Dumnezeu? Сколько людей ищет Господь? Ищет одного. А вря, брате, сау, сора, са фитуа, черком, кари вистан, спорту. Желаешь ли ты, брат или сестра, быть тем человеком, который будет в пророке? Dumnezeu дорешь, я вас, я с этим очей. Господь желает, чтобы мы были теми людьми. Аминь. Давайте мы помолимся. Скунтаты Министерства. Ши астез не могу саминти те принципили тали, кари сум ниште зидр де протекция. Эц молцмим тата черес ке топуй зидр де протекция ин доминус спиритуал, ментал ши физик, пентру ка сфим ниште вами интегри, сфим де не клинтит, ши атунч кент челаро, не изпитешнице. Потом резиста оркерий и черкерки. Мы стоим в отца наста. Это смутим, что прин лук телевети, а тончики на стоим тар, де партия там, прин куражец, что пи алци, сапартички на часто лук те акрединцы. Это смутим, тата черес, что прин интермедиал служирий прин керц, что прин муте керц де санатати, муте инима после киштигати, прин рукаси куноска adevărată sănătate. Sănătate de a te cunoaște pe tine ca mântuitor, ca vindecător, ca cel care poate să ofere eliberare. De aceea îți mulțumim, Sfânt Iisus, pentru vestea sănătății și pentru faptul că biserica ta a fost înzestrată cu toate instrumentele necesare pentru că această lume să fie pregătită de revenirea ta. Folosește-ne cu înțelepciune pe care o primim de sus și îți mulțumim pentru Duhul tău cel Sfânt care face tot ceea ce noi nu putem să facem. Slavă ție, Tată, Fiu și Duh Sfânt. Amin. Amin. Mulțumim foarte mult, Andrei, Artyom, Olga. Suntem la finele темелов, скажи кашла, и которые нам обладатся. Мы сегодня подошли к концу тех тем, которые мы сегодня коснулись. Брался третьему дуру тренировочный тест. Хочу вместе с вами провести один тест. На что мы сегодня обучались? В школе всегда мы учили. Репетиция есть мама кунштунти. Репетиция матер студиором. Повторение мать учения. Вас уже требовал слышать на тестах зелени сапа. Хочу спросить вас в завершении, вот, подходя к завершению этой субботы. Чем ретянуть, чем мы со спуса?
Что мы запомнили из того, что мы выучили сегодня? Какая после идея принципала о ордере различных? Главная идея молитвенного часа. На русском тяжело перевести это слово. Главная идея с молитвенного часа. Тенжим руари доповедения Домини Христоса. Петр, имеем ли мы такое глубокое желание встречи с Иисусом? А что там ауто Петр? Подобно Тенжим Петр. Или как желал? Какая просто идея для базы ла школа де сама? Главная идея субботней школы. Вы рог, мы так не могу отсутствовать. Унитаты. Ты спрашиваешь, где унитаты? Унитаты. А какие единства? Бесерика есть руку Христос. Христос есть капу бесеричи. Ши чей пласт? Жить для Иисуса. Все поручения Господа. Наша миссия такая. У Иисус, пентру Иисус, с темпленем силы. Да. Аста по целом сидес? Да. Это все поняли? Ради от вас, на Иисус, помните? Ши аста. И это, говорит брат. Значит, мы что-то не то сказали. Чего? Бун. Așa, Dumnezeu a zestrat pe fiecare membru al bisericii cu un talent. Sau cu un dar. Talent. De ce? De ce Dumnezeu a zestrat pe fiecare cu un dar? Pentru ca biserica să se dezvolte, să ajungă la desăvârșit. Da? Acum e mai bine. Următoarea întrebare. Care a fost ideea predicii de astăzi? Samson a fost eroul principal, dar ce am învățat de la asta? Câte lecții, de fapt, ne-au fost transmise astăzi? Câte lecții? Нужно быть полезностными. Какие лекции? Фратерия Лора конкрет спомня. Аста есть прима лекция, аста есть доля лекция, аста есть... Какие лекции? Чинча, да, факт, чинча. Ну, бій, я думаю, що це фікарі лекції, ну, ви черта, в нас це спомінь фікарі лекції, так, ми як і то фост. Чинч лекції? Так, Лора. Почти правильно. Почти правильно. Vedeți, dragii mei, că testul este cam greu, nu? Tiajolul test. Probabil că suntem prea obosiți deja, sau cum sunt aici, da? Legat pe animale. Bine, mergem mai departe. Idem dalși. Tema seminarului de după masă. Tema seminară после обеда. Первого. Да, невозможно вспомнить, наверное, да? Они вместе связаны. Началось в предике, началось в проповеди. Быть твердыми, иметь, ставить себе ограничения от этого мира, углубляться в духе в истине, читать Слово Божие. Главная тема семинара. Семинар. Идти вперед, идти с Господом. Может ли невозможное стать возможным? Да. Может или не может? Денис Книгонож. Все возможно с Господом. Deci imposibilul devine posibil atunci când noi suntem cu Dumnezeu. Невозможное возможно тогда, когда мы с Богом. И когда мы не будем спорить, будем идти четко.
это детали. Я хочу главные мысли, чтобы сейчас услышать. Есть в одном триэм. Нет ничего невозможности. Спасибо. Но есть элемент импосибл, да? Вот сюда. Голоса не обрушла Аз това хор семинар в Слателия Яков Поп, Ажунжи Млайев. Ажунжи Млайев. Но я не перепутал. Я задаю правильный вопрос, насколько я помню. Да, брат Поп говорит, что если вы забыли, мы еще раз прочитаем. И что-то... Хорошо, и давай последний семинар брата Якова Попа. О чем был семинар? Предпоследний. Планирование. Самодисциплина. Самодисциплина. И вести учет. Адика рапорту. Требует свежий ун рапорт. Ты честь не мой рапорт. Почему есть нужда в отчете? Предупреждение. Ура, арата ми велу мучика, как то, что ми вести примязы. Аша? Да. Ши ультимул семинар, фратель Артем, и последний. Мусора Оля. Сестра Ольга. Принципили уместил девяться в санатус. Принципы здорового образа жизни. Да. Да, а у хвост экзак через произведение принципы для санитарии. Ну, были три важные начала. Все 15 важных. Что мы вкладываем? Как, что делаем этим? Дорогие мои, я со всех тем был чилей. Время ужина. Ведь один долгую тяжелотацию ожидаем в баллону Катерине. У нас 2 минуты с половиной, чтобы дойти до столовой. И на урле 7 мы утарчим аич, потому что сяра часто împreună cu noi va fi трезорьерul urmii noastre, фратели Василий Гараши. А в 19:00 возвращаемся, потому что казначей нашего Леона, Гараши Василий Николаевич, будет вместе с нами. Какие минуты им тързи по порторе? Сколько минут опаздывает Негалошин? Este la masă și la orele 19 ne întoarcem aici. Когда Оля была беременна, я ходил на центральный рынок, было недалеко от работы, я работал в Академии наук тогда еще, и
А, да, Кишиневе. И познакомился с одним армянам. Он был или из Армении, или из Киргизии, вот из этих стран. А он продавал гранат. И я ему рассказал, что у меня жена беременная, я брал там 2-3 гранаты и так далее. Но в один день я прихожу. А? Чтобы ты мог один так? Да, да. Я в один день прихожу к нему. А он мне говорит, слушай, бери все гранаты, которые у меня есть. Я дам тебе их за хорошую цену. Я говорю, да не знаю, как это будет вот дорого, зачем мне столько денег для гранат и так далее. Он говорит, слушай, это последний, я тебе их отдам. А я не поверил ему, я думал, что он, наверное, хочет меня обмануть и заработать на мою спину. Я прихожу в следующий день и вижу, это те же лотки, уже заканчивается там что-то. Я ему говорю, слушай, точно последний? Он говорит, да, я тебе отдам, вот. Как и говорил, я говорю, хорошо, сколько надо будет заплатить? Он мне говорит, 185 лир. Mm-hmm. Это было 10 евро, ну или 10 долларов. Mm-hmm. Да, 10 долларов выходит в наше время. Это было 10 лет назад там. Ну, тогда, может быть, было побольше. Да, да, вот. И я купил, но я пришел домой, 63 гранаты я посчитал. Я даже их не посчитал тогда. 63 гранаты я заполнил просто холодильник сразу. Я их носил так, я не мог их носить. Одна из них была испорчена. Остальные были все окей. Месяц мы ели утром одну гранату с Олей, вечером одну гранату, утром одну гранату, вечером одну гранату. Так месяц. И кроме этого, Оля еще что делала, она брала меласу. Вот, патока. Если знаете, свеклы. Нет, нет. Мы тогда купили у Тудора спорту. У него было. Он покупал одну тонну в одном заводе. Так, меда, то, что. Нет, от сахара. Сахара. Это от сахара, да. Да, это от свеклы. От свеклы, что остается, там на сахар идет, а это просто железо. Там 90% железа и 10% это сахар. Но это не сахар-сахар. Тут насчет меласы, да, мне да, кто-то вот, еще говорил насчет меласы, только они откуда-то покупали. Вот, вот. Но... Это меласа, да? Не, она как раз вот для гемоглобина самая хорошая. Mm-hmm. Оля так быстро подняла свой гемоглобин. Mm-hmm. Очень. Это проблема с гемоглобином. Сначала будет как бы хорошая. Не-не-не, он сейчас, естественно, что будет давать туда. Все. Конечно. И не только.